Всем привет! Сегодня сочетаем градиент с очень нежным рисунком. Для начала перекроем наш чипс белым цветом. У меня окси номер 55. Градиент каждый делает по-своему, кому как удобнее. Мне больше всего нравится через акрил. Именно этим методом я сегодня буду его выполнять. Сочетать я сегодня буду белый и оранжевый. У меня Toffee Pro View Premium Summertime номер 01. Перекроем вторым белым слоем наш чипс и пересыпем его акриловой пудрой, после чего хорошенечко просушим. Сверху я наношу белый оттенок тоненьким слоем, под ним нанесу наш выбранный оранжевый оттенок, после чего прямо по акрилу кисточкой для градиента я все аккуратненько перетяну. Чтобы градиент был максимально чистым, я протираю кисточку салфеткой и прохожусь по нашей растяжечке еще один раз. Отправляем на просушку, следом перекрываем наш получившийся амбре матовым топом. У меня от Камильфо без липкого слоя. Для рисунка будем использовать нежно-оранжевый оттенок. У меня от Наоми паста. Светло-оранжевая, очень давно когда-то купила, нашла наконец их случайно в своем ящике и решила применить. Очень удобно в этой пасте то, что она после высыхания не оставляет липкого слоя и наносится, как обычная паста, довольно легко. Я рисую трафаретные розы тонкой кистью, у меня 7 волосков от Real Professional.
После просушки уже ничего перекрывать не надо. У нас получается шикарное сочетание матового фона и глянцевого 3D рисунка. Вот такой дизайн у нас получился. Огромное спасибо за уделенное время, за ваше внимание. Надеюсь, мы с вами скоро встретимся в моих новых видео. А сейчас хочу пожелать вам просто хорошего дня и настроения.